Не так уж приятен на радуге сказ, как та милая сказка, что расхожа у нас. Но метод Пегасов позволяет узнать, как радуга устроена легко и без прикрас. Осмотрим свежим взглядом, с мифом Плавдейла, не стоявший рядом. Плывет этот город вне времен и историй, являя декор социальной психологии. У красоты есть второе дно, ведь долгие годы Плавдейл в ответе за стабильность погоды. Спроси, как справляются с этой задачей. Ответ очевиден, а как же иначе? Фабрика радуги, твой ужас и страх воплоти. Фабрика радуги, там откуда нет назад пути. Фабрика радуги, твой ужас и страх воплоти. Воплоти. Фабрика радуги, там откуда нет назад пути. Фабрика радуги, твой ужас и страх воплоти.